сказал Соломон, который больше, чем брат. Но прежде чем встретиться в жизни он, ты ошибешься 100 крат. 99 в твоей душе узрят лишь собственный грех. И только 100-й рядом с тобой встанет один против всех. Один против всех! Не обольщением, ни мольбой друга не приобрести. 99 пойдут за тобой, покуда им по пути. Пока им светит слава твоя, твоя удача влечет. И только 100-й тебя спасти, бросится в водоворот. И будут для друга Насти всегда твой кошелек и дом. И можно ему сказать без труда, о чем говорят с трудом. 99 станут темнить, гадая о Париже. И только 100-й скажет, как есть, что у него, у него на душе. Знаете, как порой слепая верность нужна. И друг встает за тебя горой, не спрашивая, чья вина. 99 заслышат гром, в кусты у печи ровят. И только 100-й пойдет за тобой на виселицу и в ад. И только 100-й пойдет за тобой на виселицу и в ад. В дружбе надо учиться быть человеком. И хотя никто не застрахован от ошибок, главное уметь их замечать в себе. И только 100-й. Друг – это человек, который знает о тебе все. И тем не менее любит тебя. И только 100-й. Только настоящий друг скажет тебе, что у тебя грязное лицо, когда оно действительно вымазано. И только 100-й. Для того, чтобы быть другом, не обязательно быть собакой. И только 100-й. Искренность отношений, правда в общении – это и есть дружба. Если кто-то говорит, что дружба – это легкое занятие, значит, у него точно никогда не было настоящего друга. Кто хочет иметь друга без недостатков, тот остается без друзей. Вредный друг – тот, кто видит дальше твоих неудач и может привести твой успех. Люди могут пить вместе, могут жить под одной крышей, могут заниматься любовью, но только совместные занятия идиотизмом указывают на настоящую дружбу и духовную близость. Я не помню, где я это читал, но звучало приблизительно так.
Дружба, которая прекратилась, никогда, собственно, и не начиналась.